В субботу в Чувашии стартует 75-я легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия». Она пройдет в рамках фестиваля спорта прессы республики. Это одно из самых массовых спортивно-оздоровительных мероприятий, проводимых в республике. В нем принимают участие более 10 тысяч жителей. Вы знаете, эстафета традиционная. Особенностью можно считать, что здесь очень редко меняются правила, потому что эти правила не самой газеты, это тех спортсменов, которые участвуют, а это уже дети отцов, которые там 20 лет назад участвовали, дедов. 14 сентября любителей спорта ждет финал с участием сильнейших спортсменов Чувашии. В программе эстафеты забеги школьников, студентов, профессиональных бегунов и представителей средств массовой информации. Мероприятие пройдет на стадионе «Олимпийский». Торжественное открытие в 10 утра. В первом круге участников побежит и глава республики Михаил Игнатьев. Мы приглашаем всех жителей республики, горожан, жителей районов, школьников, студентов, сотрудников предприятий, работников различных организаций 14 числа прийти на стадион «Юбилейный» к 10 часам, где мы пробежим нашу юбилейную 75-ю эстафету.